не потерпит посягательств! О, пошло! Теперь о, штурмовики! Явились наконец! На крайний случай, брат. Я-то сам лучше с автоматом управляюсь. Граната. Что навесом можешь хорошенько коммуняк обработать.
Взрыватели кон... Свершилось. Я доказал, что достоин стать одним из кшатриев полиса. Достоин великой миссии, поиска реликвий прошлого, необходимых нам, чтобы сохранить знания и культуру старого мира. Меня приписали к группе, ведущей поиски в окрестностях Великой Библиотеки, одном из самых опасных, но в то же время и самых интересных районов разрушенной Москвы. Ну, здорово, сталкер. Теперь будем вместе работать. Значит так. Расклад у нас простой. В группе всего 5 человек, считая нас с тобой. Кузьмич, на мне вся мать. Оружие, движение. Все это будешь брать у меня. Вон тот мужик в химзащите, это шаман. Он наш эксперт. Оценивает все, что притащишь с поверхности. И отстегивает патроны. Ну, с ними ты сам познакомься. Оружие, снаряжение, фишки. Чё смотришь? Думал, у меня тут богадельня? На всех не напасёшься. Ну, фишки. И пушки. Кстати, как зверь убьёшь, советую трошить. Привет, привет и ещё раз привет. Я шаман. То-то. Я оцениваю все принесенные с поверхности предметы и выдаю соответствующее вознаграждение. Ты, вероятно, как и все молодые сталкеры, знаешь, надежды... Пуха не пера, сталкер. Реки. Удачи. ...легендарной карты секретного метро, но, боюсь, придется тебя разочаровать.
ты, новичок. Привет. Гришу же сожрали. Ну, раз так, можем дать пару советов. Да, даже три. Оно же... Фильтр не найдешь. Только с собой фильтр. Всегда запасайся так, чтобы на обратный... И... Второе. Шлюз ведет в канализацию. Его можно поднять. Пока только...
Очередная вылазка к фашистам. Я должен зачистить вражескую базу и пробраться на станцию «Черная». Со мной отправился один из наших разведчиков, но у него своя задача, а у меня своя. Как у тебя, это несложно. Жаль, одна она у нас. Я бы тоже из такой пару гадов шлепнул. Ну да ладно, ты и сам справишься. Так, что у нас тут? Вот черт, чуть не попались. Ладно, хрен с ним, мы на позиции. Ну, к делу. Наша главная цель – пробраться на станцию «Черная». Тебе нужно будет перебить всех на внешнем периметре. Там внутри. Я зайду с другой стороны и выполню свою задачу. Как закончишь, встретимся на входе на станцию. Вот сейчас и покажешь класс. Хотя с такой пушкой, как у тебя, это несложно. Жаль, одна она у нас. Я бы тоже с такой пару гадов шлепнул. Ну да ладно. Ты и сам справишься. Так, что у нас тут? Вот черт, чуть не попались. Ладно, хрен с ним. Ну, к делу. Наша главная цель – пробраться на станцию «Черная». Перебить всех на внешний периметр. А затем... Я зайду с другой стороны и выполню свою задачу. Хочешь, встретимся на входе на станцию. А потом уже перещелкать патрули.
Что творишь? Сейчас всех на уши поставим! Вали их! Музыка.